вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать сегодня в этом прекрасном торжестве. И давайте положим мужные аплодисменты. Поздравим виновницу торжества. Итак, дамы и господа, вы должны будете следить за моими руками внимательно. Чем внимательнее будете следить за моими руками, тем вы меньше поймете. А чем вы меньше поймете, тем будете интереснее. Согласны? Согласны. Если вам какой-либо номер понравится, что вы должны будете сделать? Похлопать. А как вы хлопаете, вы можете? Ой, Рафик. Но если вдруг не понравится, тоже хлопайте, все равно вам делать нечего. Говорят, что самые внимательные мужчины самые удачливые. Самые удачливые и самые замечательные, потому что все везде замечают. Верно, мужчины? Давайте проверим, насколько сегодня мужчины собрались внимательны, насколько удачливы, насколько милые дамы за вами ухаживают. Вот обычный мешочек. В мешочке есть что-нибудь? Мужчины? Нет, ничего. Представьте себе, сегодня вечер не простой, а волшебный. Вот летит волшебный шарик. Ловим волшебный шарик, кладем в мешочек, дунули три раза, достаем волшебный шарик. Непонятно, да? Повторяю еще раз, только смотрим внимательно. Берем волшебный шарик, кладем в мешочек, дунули три раза и показываем мешочек, что в мешочке пусто. Что? Вот ваш кавалер пускай отнесет для вас. Идемте, отнесите ей, пожалуйста. А вот так еще попрыгать? Как вас зовут? Дамы и господа, ваш будущий фокусник. Давлен, ваш аплодисменты! Давлен, это не я виноват, это она виновата. Опустите ручку, проверьте мешочек. Я просил ручку, а не ручище. А, наверняка. Хорошо, представьте себе, вот летит волшебный шарик. Ловите шарик. Кладите в мешочек. Дунули три раза. Достаем под ваши мужные аплодисменты! Чуть не получился. Даурен. А? А, он тоже фокусник, да? Хорошо. И раз фокусник, надо будет нам еще волшебные слова сказать. Вы какие-нибудь волшебные слова знаете? Вот именно их. Пожалуйста, да? Все хорошо, а то остальные сегодня же выходные взяли. Значит, скажите волшебные слова. Шарик, появись, пожалуйста. Хорошо? Только никто не подсказывает. Хорошо? Не подсказывает. Это все надо будет сказать на казахском языке. Я буду говорить. На казахском. Шарик, появись, пожалуйста. Появись! Ну-ка, скажите. Ну, казах, ну, жопа. Казахда шарик деген жоп, сос жоп. Шар, да шаром же. Но молоктин. Двоечник. Тогда молоко. Шарик, появись, пожалуйста. Колокол. Ну, вот закалка на косы. Ты калка до вечных дежок. Вот. Он дай вечных дежок. Ловите шарик. Ловите шарик. Кладите в мешочек. Посмотрите, ничего нет в мешочке? Вроде нет. Вроде нет. Тогда сами держите вот так одной рукой. Дунули три раза. Громко сказали волшебные слова. Шарик, появись, пожалуйста. Шарик, появись, пожалуйста. Какой взрослый с сказками. Доставайте. Держи ваши аплодисменты. Рады. Проводите вашими аплодисментами. Милые дамы, теперь мне нужен будет самый честный мужчина. Только самый честный нужен. Милые дамы. Только вам надо выбрать. Нет. Нет. Я сказал, что дамы выбрали, не мужчины. Так. Кто? Он самый честный, да? Точно? Точно он честный? Ну, поприветствуйте. Самый честный мужчина. Вас новый. Просто поймайте, в наше время уже честные мужчины закончились. Они вымерли, как мама. Потому вот, как раз вот она отвлеклась, она не знает ничего. Можно вам? Помогите мне, пожалуйста. Вы мне поможете, хорошо?
вам все равно, он честный мужчина, я к нему вас не буду даже подпускать. Так, как вас зовут? Диана. Диана, посмотрите, видите платочек? Нет. А, ну хорошо, у нас честный мужчина есть. Честный мужчина, как вас зовут? Давлен. Давлен, видите платочек? Вижу. Какого цвета? Желтый. Прекрасно. Итак, Диана, вы знаете, вот с этим... Красный. Да. Что? У нас же здесь какой? Желтый. Внимательно, пожалуйста, посмотрите. Оранжевый. Вот. Вот за вашим столом мужчина с кому больше доверяете. Скажи, пожалуйста. Мирлан? Мирлан, посмотри, пожалуйста. Желтый. Вы меня что-то пугаете. Посмотрите. Посмотрите на его честные глаза. Такие честные глаза разве вас обманут? Тем более вот они вдвоем с Мирланом. Нет, я потом покажу. Ну, сейчас вот мужчины же. Мы же хотели мужчин проверить. Вот. Так что это у нас какой? Желтый. Ну, достаньте, Диане, покажи, что у нас желтый. Вот, вот, вот. Вы же говорите, что он честный. Вот, милые дамы, вот все мужчины вот такие обманщики. За это мужчин терпеть не могу. На жопу. Что у меня поражёт? Ну, вот, пожалуйста. Не волнуй. Ты же не выпал на жопу, да? Жопу. Красный, красный. 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 Ты желтый. А берись со старшим называется. Хотя у нас здесь... Ну, вот покажите вот этим аферистам, что у нас красный. Достаньте еще раз, покажите. Вот, видите? Мужчины, где ваши аплодисменты, ваши медалы, которые стали победы? Давайте ваши аплодисменты. Помощница, милые дамы, есть помощницы? Говорят, что женские чары, женская магия настолько сильна, если посмотреть на мужчину, у него сразу настроение поднимается. Верно, мужчины? Сразу у них настроение как поднимать. Ну, сегодня мужчинам настроение поднимать не надо. У них уже настроение отличное. Потому вы должны будете поднять вот этот вот столик. Да, поднять. Что, вы сомневаетесь, что ли? Вот, становитесь вот сюда. Вот. Включите все свои женские чары. Не забудьте моргнуть ему, а то очень обидчивый мужчина. Хорошо? Потом берете вот так свои прекрасные ручки и потихоньку вы начинаете поднимать. Ладно? Да? Ну как включили все свои женские чары? Сейчас, я же вам подсказываю. Да. Ну-ка, моргните ему теперь. Вот, теперь вот. Сейчас я лучше придержу вас. Только аккуратно.